В наше время наш народ ничем не удивишь. Везде, уже в каждом смартфоне есть диктофон, видеокамера, то есть вы можете записать эти все действия, но это будет все видно, в принципе, если только ставить где-то устройство, чтобы человек как не заметил этого, то есть это будет уже проблематично. А когда у вас есть очки со скрытой записью и с микрофоном, вы можете прекрасно записать разговор, просто либо одеть эти очки, если они, конечно же, вам пойдут, либо же положить их на стол, еще как-то. И это будет скрытая съемка на эти очки. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. PremiumBeat.com. Итак, как вы поняли, друзья, сегодня будет обзор по этим очкам, ну и, конечно же, мы в конце проведем конкурс, я расскажу все условия, как их вы сможете получить и принять участие в розыгрыше. Сейчас я вам хочу показать технические характеристики. Вот, в принципе, вот здесь у нас встроенная камера, первый кружочек, и вот здесь чуть ниже микрофон, где у нас пишется, в принципе, это все дело. Здесь загибаем наше ушко левое, здесь мы видим, что слот для SD-карты как раз, а чуть ниже у нас USB-выход для подзарядки данного устройства, и точно так же, чтобы вытащить эти данные, то, что мы с вами наснимали. Вот, в принципе, включаются они довольно-таки просто. Здесь есть кнопочка, и я вам сейчас продемонстрирую, как включить, выключить, остановить запись. Вот смотрите, вот наши данные очки, чтобы вы понимали, вот эта вот кнопочка, нам нужно, чтобы включить, зажать на 3 секунды. Все, загорелось красненьким, чтобы пошла запись, нужно зажать. Точно так же на 3 секунды, 3 раза красным отморгал, все, идет запись. Стоп съемка, 1, 2, 3. Горит синим, это стоп съемка. Чтобы полностью выключить, нам нужно продержать примерно 5 секунд. И в конце синим отморгал, все. Вот это у нас уже получилось, выключился. То есть 3 мерцания красным, это пошла запись. 3 мерцания и синим, это у нас полностью выключилось устройство. Вот так вот, в принципе, это работает. Как же сделать так, чтобы принять участие в конкурсе и выиграть эти очки? Первое, что вам нужно, это быть подписанным на канал Apple Expert или подписаться. Точно так же подписаться на канал Just Run. Подсказки в описании, по ссылке в описании под видео. Оставить один лайк опционально, конечно же. Это 30% шанс, то, что вы выиграете в этом конкурсе. Оставить один любой комментарий. Почему вам эти нужны очки, с какой целью вы будете использовать. И точно так же укажите вашу соцсеть именно названием, как у вас ник. То есть Instagram, Facebook, ВК, неважно, не ссылкой, потому что ссылка не пройдет, она заблокируется автоматически. Именно названием, где вы закрепили этот данный видеоролик, в котором звучит конкурс. В принципе, на этом все. Что, как это будет происходить? Я наберу на этом видеоролике 500 или 600 лайков, и мы можем проводить прямую трансляцию. Но обязательно, чтобы ваши каналы YouTube были открыты, вы будете оставлять комментарии, убедитесь, что они открыты для розыгрыша. То есть, что нужно? Подписаться на Apple Expert канал, на канал Just Run, оставить лайк, один любой комментарий и с ником вашей соцсети, где вы закрепили ссылку на данный видеоролик. Все, что вам нужно знать. Если вам что-то непонятно, видео описание полностью будут характеристики очков, ну и, конечно же, конкурса. Вот и все. Поэтому желаю всем удачи, не болейте, хорошего вам лета, скоро увидимся.